не души. Я пришел к тебе по зову свет души. Этот голос вечности нектар, ее блаженство. Он всегда дарует в жизни совершенство. Тебе скажу я от души, что это часть моей души. Души счастливой, поэтичной, пластичной, радостной, этичной, уединенной, непубличной, всегда удачной, тактичной, смиренной, нежной, артистичной, слегка таинственной и женской, мужской, громадной и вселенской, божественной, несущий свет, в котором вечно смерти нет, дающий смертный всем завет на много бесконечных лет, уничтожающий тревогу, наполненный любовью. Бог любит всех, но больше тех, кто в мыслях чист и в действиях своих усердий, кто прост в душе и милосердный, таким всегда сопутствует успех. Вайшнав – любовь, вайшнав – весна, он пробуждает душу ото сна. Он ваш слуга и исцелитель, ведущий к вечному обиде. Святых. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна!
Ваши аплодисменты. Вишмарова, пожалуйста. Мы вас приглашаем сюда, ваши аплодисменты. И хор одухотворения. Матушка Витальевна, это подношение к вам. Уважаемые преданные, это все для вас. Хор одухотворения. Автор первой песни, которую мы исполнили, песни под названием «Спасибо». Амби Карахини, пожалуйста, ваши аплодисменты. Большое объявление. Вишварупа даже об этом не знает. 10 числа в Ханумане, это центр йоги Хануман, у Вишварупы будет 10 числа. У него будет вечер его поэтического искусства. 18 часов. Приходите, пожалуйста. Вход свободный. Аплодисменты.